Вместо пустыря и склада плит на Шигаева – новенький детский садик. Дошкольные учреждения в этих местах ждали давно. Район увеличивается, строятся новые дома, прибавляются и молодых семей с детьми. Водить дошколят приходится в другие садики Засвяжья. Очень ждали этот детский сад, он нам очень необходим. В нашем районе очень много маленьких детей. Мы очень ждали. Мы ждали именно направления в этот сад. Когда он достроится, мы смотрели, когда он строится, все этапы строительства. Здание получило адрес Шигаева, 19, здание В. Учреждение станет вторым корпусом детского сада номер 171 «Изюминка». В здании комфортно разместят 8 групп, в том числе ясельную для малышей от года. В основном мы будем заниматься, естественно, здоровьесбережением, это раз. Мы большое внимание будем уделять патриотическому воспитанию. И, конечно же, у нас будет небольшая творческая студия, которую мы назвали «Волшебные ладошки». Мы будем детей учить тому, чего делать дома нельзя. Лепить из того, чего нельзя лепить, рисовать руками, ногами, палочками. То есть будем воспитывать творческую личность. Внутри светлые помещения и современный ремонт. В просторных классах будет удобно заниматься подвижными играми, танцами или музыкой. Обязательно комфортные спальни и группы. В комнате охраны все необходимое оборудование и видео с камер, которые оборудованы по всему периметру. Будут работать пищеблок, медицинский кабинет и прачечная. Я эту площадку помню еще, когда здесь был котлован в должности заместителя главы, который курировал строительство. Когда мы заходили в зиму, значит, монтировали фундамент. Сейчас видите, в каком состоянии прекрасном получился наш детский садик. Снаружи детские площадки с резиновым покрытием, горки и качели. Построили и подъездную дорогу к учреждению. Родители успели оценить новый сад и уже готовятся получать направление. Все очень понравилось. Современное здание, современное оборудование. Действительно видно, что с заботой о детях все подбиралось. И действительно, очень, даже вот старшая дочка оценила в сравнении со своим старым садиком, насколько все поменялось. Дорогу и детский сад построили по нацпроекту «Жилье и городская среда». На садик было выделено 380 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. На данный момент проходит процедура лицензирования. Все надзорные органы проверяют техническое и санитарное состояние здания, в том числе систему безопасности. Торжественное открытие планируется провести в конце октября. Анна Тищенко, Улправда ТВ.